В мире растут уровень, продолжительность и качество жизни. Но этот рост ограничивают ментальные заболевания. Психическими расстройствами сегодня страдают почти 1 миллиард человек, в том числе 14% подростков. Как сохранить здоровье в условиях новой реальности? Доктор ответит на все ваши вопросы. 1 августа в студии главный специалист Минздрава Самарской области по психиатрии Михаил Шейфер. Программа «Звоните доктору». 1 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».